Никиту Кологривого критикуют не только за агрессивное поведение и едкие комментарии в сторону коллег, но и за несовершенство во внешности. Вот уже несколько месяцев имя звезды сериала «Слово пацана» не сходит с уст пользователей сети. Кологривый считает себя отличным актером и критикует коллег за отсутствие таланта. Самому же Никите оглушительного успеха в киноиндустрии мешает достичь, если не нехватка профессиональных способностей, так нестандартная внешность. «Есть образ в головах режиссеров, что главный герой должен выглядеть эталонно», поясняет 29-летний Кологривый. А вот у актера, напротив, внешние несовершенства налицо, неровный прикус и косоглазие. Правда, менять в себе Никита ничего не намерен. «Я назло ничего не делал, хотя мне говорили. Эти зубы, моя отличительная черта, изюминка», хвастается артист в шоу «Воля» на ТНТ. Бороться Кологривый планирует только с косоглазием. Ведущие шоу Павел Воля и Илья Соболев решили пошутить над артистом и в фотошопе создали изображение Кологривого с ровной белоснежной улыбкой. Все в студии тут же решили, что Никита просто потерял свой шарм. Зрители, вживую наблюдавшие за беседой, также посчитали, мол, актеру неправильный прикус идет даже больше. К тому же с недостатками во внешности Кологривый сумел добиться популярности. Только за последний год на экраны вышли «Слово пацана», «По щучьему велению», «Иван Васильевич меняет все», «Черная весна» с участием актера. Гонорары у актера внушительные. «Мне много платят. Стараюсь быстрее деньги растратить», признается Никита. Репутацию звезды среди режиссеров подкосил только недавний скандал в Новосибирске. В конце марта, приехав в родной город, Кологривый устроил дебош в одном из местных ресторанов и даже укусил официантку за ногу. После скандала актеру целую неделю пришлось провести в СИЗО, после чего, как утверждает Никита, он переосмыслил свое поведение. «Что было на самом деле, я не помню. Это была странная идиотская шутка с моей стороны», вспоминает он об этой истории. Однако случай заметно сказался на работе актера. Кологривый рассказывает, где-то меня повыгоняли. Некоторые работы, рекламные контракты. Испугались меня. Так, звезда, к примеру, уверен, что в продолжение сериала «Слово пацана» его точно не позовут.